P2P арбитраж – это заработок на перепродаже криптовалюты. Трейдер покупает монеты по низкой цене, продает их дороже, а разницу кладет в карман. Приветствую вас на канале. И в данном видео я покажу пошаговый разбор. Сегодня мы рассмотрим арбитражную связку Litecoin USDT. Для прокрута данной арбитражной связки мы будем использовать две платформы, которые представлены на CoinMarketCap. А спонсор этой арбитражной связки – наш телеграм-канал. В нем вы сможете найти для себя полезную информацию о арбитраже, а также разные связки на свой вкус. Ну а если у вас останутся вопросы по связкам, обращайтесь также к нашему администратору, и он обязательно вам поможет. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Litecoin USDT. Указываем количество USDT. В нашем случае для наглядности 11 тысяч долларов и покупаем. Подтверждаем. Ордер был исполнен моментально. Переходим в раздел финансового счета. Выбираем Litecoin и нажимаем «Вывод». Проверяем наличие монет и переходим на платформу. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Переходим на платформу. Прежде чем начать, обязательно убедитесь в том, что Litecoin стоит дороже, чем на Bybit. Стоимость Litecoin больше. Разница и есть наш спред. Переходим на домашнюю страницу. И нажимаем «Депозит». Вводим количество монет, которые купили ранее. И нажимаем «Get адрес». Копируем адрес и переходим на Bybit. Вставляем адрес. Сеть выбрана Litecoin. Вводим количество и нажимаем «Вывод». Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу. Средства обычно поступают в течение 3-7 минут. Можно не ждать, а просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на нашем балансе за вычетом комиссии за депозит. Перейдем во вкладку обмена. Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу. Выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем Tether TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Bybit. Заходим в кошелек финансового счета, выбираем USDT. Сеть выбираем аналогично. TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Bybit. Вернемся на Bybit и перейдем в раздел транзакций. Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила $961.